дядя Толь. Всем привет, друзья! Анекдот. Девушка такая взмолилась Господу, такая: «Господь, Господи, сделай меня дурой! Умоляю, сделай меня дурой!» Боженька так отодвигаются облака, Боженька выглядывает на нее, смотрит: «Зачем? Зачем сделать тебя дурой? Ты и так нравишься мужчинам!» Она такая: «Господи, я хочу, чтобы они мне начали нравиться!» Ребят, обязательно подписывайтесь и смотрите вот этот анекдот. Толя, баклажан, дядя Толя, баклажан.